А когда миллиарды вернуть? Ой, это все задают этот вопрос. Ну, если хотите, мы, честно, никогда. Мы не имеем никакой никогда, шанс, нет. Никакой вот надежды, Министерство финансов, они так объявили, что мы на своем сайте публикуем возврат миллиарда, темпы. Вот на 1 сентября они опубликовали цифру, что они вернули за 22 месяца 760 миллионов леев, это где-то 38 миллионов долларов. То есть они возвращают по 1,5 миллиона долларов в месяц. Чтобы вернуть миллиард, нужно 48 лет. Например, уверен, что если мы мощно выступим, вот через голову всех этих там фальсификаторов, вот, что бы они ни хотели, но если будет очень большая поддержка, то они ничего не смогут сделать, не смогут остановить все это. Конечно, только вместе. Вот на это и наша надеемся надежда. На лучшее. И мы надеемся. Хорошей удачи. Торговли вам. Спасибо, удачи вы всем. На нас, мы на вас. Обязательно, так и должно быть вместе. Спасибо. Спасибо. Люди почему отсюда уезжают? Потому что в других странах им комфортнее. По карману все, не то, что здесь у нас. Цены бешеные, на топливо, и на обучение, и на все-все. У нас все люди, которые из моих, все намерены голосовать за вас. Я говорю так, как есть. Сегодня воскресный день, команда нашей партии продолжает встречаться с людьми. Люди сами подписываются за кандидата от нашей партии. На следующей неделе мы представим эти подписи в ЦИК для регистрации. И одно из главных впечатлений заключается в том, что большинство, абсолютное большинство людей хотят перемен. Они хотят, чтобы ситуация в Молдове изменилась. И они хотят в том числе добиться этих перемен через участие в выборах президента. И все поддерживают нашу идею об издании первого указа президентом, указа о роспуске парламента. То есть некоторые там оппоненты наши говорят, что указ будет законным, незаконным. Нас не интересует, что они говорят. Главное, что нас поддерживают люди. В свое время мы опубликуем проект этого указа, опубликуем политико-правовое обоснование этого указа, и все увидят, что это абсолютно легитимный и законный указ. Самое важное в том, что это не личный указ Чубашенко, это не указ у Рената Усатова, не указ нашей партии. Это будет всенародный указ. То есть фактически все, кто будет голосовать за кандидата от нашей партии, они будут голосовать за этот указ. 100 тысяч, 500 тысяч, миллион человек поставят свою подпись на этом указе. И подпись президента о роспуске парламента, она будет последней. Миллион первой подписью на этом указе.